Здравствуй, дружок! Хочешь, я расскажу тебе сказку? Про двух маленьких пауков. Да? Черт, она подхватила эту инициативу, я думал, она скажет дурак. Ну ладно, в общем, мы сегодня продолжаем играть Don't Starve Together. Действительно, за двух пауков. Вебер и Вебер. Вебер и Вебер. Че ты там съела? Я плету паутину. О боже, она загружается, загружается. Господи, что же делать? О, боже мой. Я пришел. Тин-тин-тин-тин. О, арбузик. О, морковка. О, кукурузка. Да, кукурузка. Еще кукурузка. У меня все зависло. О, привет, друг. Привет. Надо срочно что-нибудь посадить. Зима же. Крестьянин торжествует, но дровник обновляет путь. Его лошадки снег почуют, летят с рысью как-нибудь. Нету еще зимы. Ты врешь. Ты все врешь. Ты все врешь, я не Шах, верю тебе. Паук. Я угля почему-то не вижу. Потому что он в тебе весь. Ага. Два. Да, это весь. Плохо. Я замерзаю, ребята. Моя борода не спасает меня. Блин, ну что делать? Ты правда замерзаешь? Правда замерзаю. У меня не было камня в инвентаре. У меня есть камень в инвентаре, но он как-то очень быстро... Вот ты тоже теперь замерзаешь. И вечер наступил. Да. И пауки сейчас вылезут. Ну что, ребята, как у вас дела? Расскажите, что ли, что, как живете? Поговорим хоть с вами. А то вы ползаете, ползаете. Может, ты какой-нибудь, не знаю, ротату приготовишь? Из ягод. Ну, вон там есть морковь. Я хочу съесть жареную тыкву. Вот я мечтал давно об этом. Съешь. Жарю тыкву. 91.43. И... 128.51. Вообще, рядом с друганами пауками, по идее, должен рассудок восстанавливаться. У меня рассудок падает, как не знамо что. Может, у тебя арахнофобия? Класс. Ну, еще было бы прикольно. Это было бы просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я здесь. Я рядом. Ну что, сидишь ты ночью у костра, расскажи что-нибудь интересного. Мне, кстати, интересно, если у меня будет два камня грелки. Слушай, у нас лед прям вообще вырос. Ну, это значит, что скоро окончательно придет зима. Может, раздолбаться или нафиг пусть стоит? Кстати, по поводу зимы. Можно ж проверять, можно сделать зимомер. Что, хочешь сделать зимомер? Да. А доски из чего делаются? Да, хочу сделать зимомер. Золото есть у тебя? Да. О, у тебя еще и доска есть. Ну, сама, значит, сделаю зимой. Пойду что-нибудь съем. Да, температурка такая не очень приятная. О, зимняя птица прилетела. Давай проверим, можно ли удобрять. Давай. Я не могу сделать этого. То есть все, грядки, каюк. Угу. Неприятно. Я пошла за зайцами. Прощай, друг. О, пингвины боже. Прилетели. А пингвинов сейчас, может, пожрут пауки? Пойду попробую пингвинов с пауками стравить. Так не умри, ради бога. Попытаюсь. А пингвины, кстати, на нас должны бросаться. По умолчанию. Да? Ну, мы типа твари. Монстры. Страшные. Я когда-нибудь восстановлю здоровье. Когда-нибудь я обязательно восстановлю свое здоровье. Ты можешь съесть в следующий раз, когда у тебя упадет голод, пирог, который там лежит, который я тебе говорила, чтобы ты съел. А где, ты говоришь, пингвины вылезли? Я чуть не вижу. Я направо убежала от лагеря. О! У них не выходят пауки? Я не понимаю, кидаются они или нет. По-моему, на них не выходит. Не, пингвины не кидаются на нас просто так. Это хорошо.
Свины не свиньи, типа. Да, на них просто так пауки не выходят. Но я думаю, что к вечеру они их будут не против покушать, пожевать пингвинчиков. Я вот когда их загоняю внутрь, пауки выходят. То есть смотри, я вот пингвинчика заталкиваю сюда, пинчата выходит, но они вроде как бы... Вот сейчас темнеет. Должны высунуться пауки. Они ночью вообще высовываются. Нет, вот они вышли. Нет? Ну, нет. Жрите пингвинов, смотрите, пингвины. Не, они мирно сосуществуют. А интересно, если я ударю пингвина копьем? Что будет? Я ударил пингвина. Так, он гонится за мной. Да блин, а как он меня ткнул? Слушай, они очень больно тыкаются. Пингвины, да. Ну их, короче, нафиг, пингвины. Пауки меня не защищают. Вообще. Я старый, больной Вебер. Что ты говорила съесть, чтобы отпустила? Вот этот фиш. Хорошо. От души восстановила, реально. И здоров, и сыт. Я восстановил больше здоровья, чем сейчас потерял от укуса пингвина. Это, по-моему, достойно. Но это не очень хорошо, потому что меня опять тянет на подвиги. Вы посмотрите на него. Вы только на него посмотрите. У нас ягодки платятся. Мне не нравится... О, заяц поймался. Надо было просто пожаловаться, я поняла. Да, пожалуйся, и заяц сразу словится. А мне веночек... Ягодка, морковка, морковка. Что получится? Рататуй. Да? Да. В любой непонятной ситуации говори рататуй? Да. Блин, надо было бумеранг брать. У нас есть 5. Ой-ой-ой. Ой-ой. Что-то ночь так неожиданно пришла. Да нет, весьма ожиданно. У нас, кстати, кончились почти камни. У тебя тоже 13%? Угу. Кто же сделал так рано камни? Только откуда я знала, что они так опа и кончатся? Кто же это натворил? Ох-ох. Ну что, пауканы? Хочу попробовать этим... Хочу смеяться... Что? Да ну тебе. Что ты хочешь попробовать? Хочу попробовать сходить открыть сундук на поле. Сходи. Я бы на твоем месте броню одел. У меня нет. Скрафти. Привет! А, это кокон просто ожил. Че не так-то? Мама паучиха. Мамочки! Вот это страх. Уже что она страшная? У нас мама такая страшная. Познакомься. Я сделаю уроки, мам, только уйди от костра, пожалуйста. Боишься? Слушай, а представляешь, если нас смотрят люди с арахнофобией вообще? А мы тут играем за двух вейберов. Руби лес, сажай новый. Пару убивай. Люби гусей. Ты любишь гусей? Нет. Почему? А должна? Ну, они неплохие. Да? Да. Ой, вот. Бифало с красными попами. Ой, у них дети. Ой, вот это вот прям вот сейчас неожиданно. Вероятно, было. Вероятно, они к зиме как-то, что ли, плодятся. Они, блин, лучшее время. Раньше такого не было вообще. Да, раньше такой фигни не было, скажу, да? Да. Ну что, готовы? К приключению. Дети. А что ты? Ой, ты будешь открывать сундук? Нормально. А как взять все? Нельзя взять все? У нас есть теперь огненный посох, у нас есть пепел, у нас есть... Огненный посох, только там не резонит. Что-то. Ну, а, кстати, знаешь, мы можем туда построить второй лагерь. Ну, кстати, тут смотри, какое место. Он будет достаточно защищенный. Мы построим... Пока не придет огненная собака, и все здесь не сгорит. Знаешь, что надо сделать, дорогая? Хочу попытаться успеть. Надо взять... У меня камень кончился. Надо взять... Молоток. Все это раздолбить. Да.
Именно. Нет Бифала. Нет Бифала. Ай, какой он целеустремленный. Этот парень не пропадет. Скрафти, говорит, камень. Ничего себе. А я не могу, мне не есть чего. Так, я надеюсь, что я добегу до костра. Скрафти кирку. Как у тебя все просто. Я буду продолжать лесозаготовки. Я как бы не хочу куда-то далеко ходить, на самом деле, зимой. Я думаю, что продуктов нам, по идее, на 10 дней должно хватить. По идее. Но я бы не загадывал. А ты сделал камень, да? Да, целых два. Это хорошо. Я вообще молодец. Я чувствую себя Дедом-пауком. Ну что, внучата, сейчас я вам расскажу, как меня однажды побил енот. Чтоб вы все помнили, мои хорошие, что енот — это очень опасные звери. Так прикольно, когда ты подкидываешь дровину в костер, и глаза так... Пауки легли спать почему-то. Утро? Нет, почему они на землю легли спать? Потому что мама паучиха ушла. Ну класс. Мои... Они теперь без домика. А, блин! Я одного случайно ткнул, но он, кстати... Кстати, куда мама паучиха-то ушла? Нет, друзья тоже побежали за мной. Представляешь, рублю я себе лес, а там спит этот гаденыш маленький. Пчела живая. Пчела, ты что не спишь? Пчела, ты вообще нормальная? Нет. Блин, вот зимой здесь ориентироваться просто волшебно. Слушай, ты знаешь, я хожу как бы вообще без камня. Только в бороде из паутины. Ну вот я домой бегу и боюсь, что вдруг я начну замерзать. Ты начнешь замерзать ближе к вечеру. То есть днем норм вообще. Да? Я бегу, 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 бегу. Я кинул. Ага, лес наш. Привет! Привет! Видишь, такой лес поредевший немножко. Я живой. Что-то надо бы еще кинуть. С возвращением, братишка. А давай наш лес подожжем. А давай нет. Жаль, как жаль. Какая идея была хорошая. Кстати, скоро вот эти все паучьи норки, которые по три паука, встанут и уйдут. Тефтель ты все съела? Я был такой голодный. Да, слушай, а запасы еды-то... О, а я, кстати, могу сделать хилку. А мясо завялилось, а ты не обращаешь внимания. Ой, да? Повесишь новое? Попробую. Кучки, давайте танцевать. Они не хотят со мной танцевать. Это потому что я уродлив? Я же в цветочном домике. Пошла вон. Ничего, не парься, сейчас уже отляжет. Интересно, если я нападу на паука рядом с пингвинами? Защитят ли тебя пингвины? По-моему, им пофигу вообще. Да, похоже на то. Я не нашел ничего поесть, но нашел одно осиное жало. Наверное, я не справился с задачей. Наверное, меня жена домой не пустит. Да приходи, тут тефтельки изготовились. Да что ж такое? Тефтельки изготовились? Бегу, давай, бегу. Тут есть еще, можно сделать громоотвод. Я не думаю, что зимой. Ну, а осень начнется, вдруг нам понадобится. После зимы обычная весна. Вот весна, так. Да. Я просто на всякий случай, ну мало ли. Ну, мало ли, да. Я ж способная. Цветы реально не портятся. Если когда ты их не собираешь... Так, я скрафтила себе копье. Я съем тефтельки? Ешь. Я вообще сытый. Я тебе искренне завидую. Не товарищ. Ты завидуешь мне? Да. Почему ты не сытая? Пойду семок пожарю. Ой, откуда у нас порох здесь лежит? Я принесла. Вот ты знаешь,
Давай мы сделаем как-нибудь вот, ну, хотя бы как-нибудь вот так. Потому что если он загорится от какой-нибудь гончей и рванет, ты понимаешь, что будет с порохом, да? Нет. Он рванет. И что? Кстати, вот смотри, у нас паучки здесь сами построили себе домик новый маленький. Ну, хорошо. Так, пауки, аккуратно ходим. Можно потушить огонь льдом. Клёво, дай поем. Ты меня сразу кормишь? Да, я тебя кормлю. Это так мило. Твои мамочки. Так, отдельного паука бьем? Смотри, нет, они вылезут сейчас. Зачем? А на меня они... Бежим. На меня нет. Беги. А я хелицерку подберу. Мне кажется, я слышу собак. Да. Я пока не слышу собак. А я слышу? Я слышу их у тебя, да. Господи, они... Да, они пришли. Они какие-то дюжи быстрые. Я не помню, куда мне идти. Так, спокойно, справа сейчас должно быть поле. Да, ледяная поле. Собака заморозила свинью. За мной бежит стая свиней. А я хочу ягод. Да чертовы свиньи, отстаньте. Да ё-моё. Они прям очень не любят нас. А, господи, я чуть еще в одну не вбежал. Сколько их здесь? У меня было 4. Трое отстали. Одна бежит. Пошли. Собаки меня не пугают. Меня страшно преследуют свиньи. Вот. Бифала. Бифала. Ну что ж, я принесу домой ягод. Грибов и мясо. Все, одна собака сидит и бьется с бифала. А бифала краснопопая или так? Не знаю, она ко мне не поворачивается попой. Ну так ты поверни камеру, видишь его попу? Нет? Да, нормально. Ну вот, так что собирай там все. Так, я хочу попробовать убить енота. Так, все, он нет. Хоть один раз тебя да укусит. Нет, я не буду. Я просто мимо проходил, он сразу проснулся и кинулся. Чертов енот. Пожалуй, я лучше заночую около бифала. Я буду ночевать в густом лесу. Но как бы собаки же не могут прийти 2 раза подряд. Просто у меня собаки-то наверху остались, на поле с зайцами. Что там говорила? Красный гриб, если пожарить, восстанавливает здоровье? Сейчас проверим. Жареный красный гриб. 79-73. Да, единица. Ахаха. И бьет по разуму при этом. Ахаха. Это реально ахаха. Съем лучше семечку. Бам, бам, бам. Знаешь, что из него выпадает? Древесина. Из кого? Древесина? Даже не доски? Да. А я, между прочим, поросячьих шкур набрал прилично. О боже, господи, Лен, это он. Кто? А, ну это просто же этот самый. Да, но он, скорее всего, кинется на нас, потому что мы монстры. Там ледяная собака. Не твоя ли? Где? Наверху? У тебя была ледяная собака? Нет. Я наблюдаю за дикой охотой просто. Пауки против ледяной собаки против боржа с моржонком. Я подобрал из собаки ледяной... Изумруд из собаки выпал. Ну пошли, чё. Да моржа они увели. Я моржа потерял. Они съели моржа? Я вижу маленького моржонка. А маленького моржонка можно заколотить, интересно? Он от меня убегает. О, у них тут иглу. Я нашел иглу. Слушай, здесь явно была атака собак на пауков.
Я замерзаю, и за мной гонятся собаки. Мне сейчас ну совсем не до этого. Совсем. Беги срочно в стаю. Я тоже, кстати, замерзаю. Ну, мужики, ну давайте. Ну, Бифло, ну чё вы такие неактивные? О, есть. Ночь началась. Я вообще без рассудка. Это не страшно, тебя ждет дома подарочек. Да? Да, только приди домой. Слушай, ну вообще, если я здесь досижу до вечера... Ага, зеленый гриб, пожаренный, снижает здоровье, но восстанавливает рассудок. Я в шоке. Посмотри, я в шоке. Ну ты спаслась от собак. Это очень круто. Это было убито 3 собаки, там где-то осталась еще одна. Так как ко мне еще пришли собаки сейчас сюда наверх, я полагаю, что это все на сегодня. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. О, паучок, ты пришел ко мне к костру? Заходи, дружище. Рассказывай, что пришел. Слушай, 27-й день. Чертова зима. Мы где-то вообще уперлись из дома. Просто... Я ходила за зайцами. Скорее всего, когда мы вернемся, вся наша еда там будет гнилая. Мясо завяленное останется. Ну, разве что мясо, да. И все же мы приходим, а там какой-нибудь босс такой. Ну, привет. Да? Так, все, я бегу домой. Я бегу. Пожалуйста, принеси мне веночек. Сейчас. Я принесу тебе не только веночек, но еще и кучу жратвы. Черные зайцы. Да, зайцебороды. Пробеги каким-нибудь полем, пособирай цветочков, их тут реально вагон. Вот, цветочек. Так, у меня нету красных венок. 3 красных гриба, 3 моркови, 3 мяса монстра, 5 ягод, 2 мяса индейки. Ты нашел схрон еды? Да, я нашел склад поросят. Серьезно? Серьезно. На самом деле там было озеро с ягодами и морковкой и прочими радостями жизни. А еще у меня есть поросячье мясо, но мне его некуда девать. Здесь просто потрясающее место, здесь очень много пауков, вокруг которых живут, ну точнее, здесь есть ставка моржей, вокруг которой живут пауки. И если прийти к ним вечером, вполне реально их познакомить. Крот и пингвины. Я хочу убить крота. Где ты вообще шляешься? Смотри, сколько кротов. Где ты шляешься? В кротовке. Кротовка 2. Смотри, там-там-та-ра-та-та-та-ра-та-та-ра-пам-парам-па-па-ра-па-пам. Добытчик приехал! Привет, с Гавайев! Меня пугает эта паучиха, которая ходит и рожает пауков. Так, что у тебя тут мяско вялится там? Ну, завялилось уже, надо снимать. Вот вам мясо. Вот вам мясо. Вот вам мясо. Можно вешу, пойду повешу. А, это вот это вот логово теперь ушло? Угу. Грустно. Давай попросим ее остаться. Паучиха, оставайся, я могу ткнуть тебя копьем. Вот не стоит этого делать. Могу не ткнуть. Оставайся. Смотри, я свиных шкурок принес. Чего я только не принес. А вот тебе подарок, дорогая. Что, 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 что? Кристальчик? Я тебе драгоценный камень принес, а тебе не нужно. Пойду пауку подарю. Пойду что-нибудь что-нибудь съем. Кстати, съесть мне бы было очень неплохо. А что ты приготовила мне? Ничего. Я сижу около костра и боюсь. Вот так вот, вот понимаете, да? Добытчик принес жратвы в сундук. Ну, рассветик, наступай. Пожалуйста. 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 Ну, рассветик, ну что? Может быть, мне удастся действительно выманить, что с чем он играет.
Енот играл с кротом только что. Ну а почему нет? Он чесал ему брюшко. Может, он его сожрал? Может быть. Чертов убийца. Ой, здесь вот эти жуткие... О, боже мой! Я нашел абсолютно нормальное дерево. Рядом с ним рассудок просто сыпется. Он не падает. Так, спокойно. Спокойно. Мне не страшно. Нашла последнюю собаку? Да. Ты думал, что это был за крик? Не знаю, я думал, ты испугалась абсолютно нормального дерева. Нет. Иди сюда, говорю. Я сломал дом поросенка молотком. И что теперь? Ну, из него выпало все, из чего он строится. Доски, отшлифованные камни, поросячьи шкурки. А поросенка убили пауки. Пойду ломать второй поросячий домик. Что это был за умном? Я кротика убила. Ты что, кротиков убиваешь? Я его съел. Кротоубийца! Безжалостный кротоубийца! У меня есть немножко стройматериалов. Шлифованный камень, доски, поросячьи шкуры. Интересует? Братуха, ночуем. Ночуем? Ночуем. Слушай, ночи уже просто какого-то неприличного размера. Все еще 6 делений. И вечер 5 делений. Она больше, а день всего 5 делений. Больше, чем день, и еще и больше, чем вечер. Со стороны поросячьего домика. Я надеюсь, что с 30-го дня начнет уменьшаться зима или кончится резко. Но резко она не кончится. Сейчас начнется утро, и первое, что случится утром, выйдет поросенок из дома и убьет меня. Почему? Почему именно убьет? Может, не убьет, хорошо, но попытается. 29-й день. А, на меня идет добрый морж! Добрый морж, уйди. За ними ходят две собаки синие. С моржами вместе на пару? Да, смотри. О. Пойду-ка я домой, короче. Да, это неприятно. Они идут за мной, они меня выслеживают. Кто? Собаки? И морж. Куда я поворачиваю, они идут за мной. Да, они идут по моим следам. Да тебя преследует, друг. Я приведу их сейчас в лес с пауками и надеюсь, что все закончится в мою пользу. Так. Ледовое побоище продолжается. Пойду все-таки вернусь и раздолбаю домик поросенка, потому что он сволочь. Почему? А почему бы и нет? Так, добрый морж, пошел в попу. Он сейчас подойдет и вставит тебе туда дротик. Он сейчас сражается с пауками, ему немножко не до того. Я могу им помочь, конечно, взять копье и... Он убежал от них. Нет, они загоняют его. Я помогаю своей стае загонять морша. Смотри, это так весело. Я где-то себе скрафтила золотую лопату, и ее не вижу. Как так? Он отбегает от них на безопасное расстояние и стреляет дротиком. Кто? Морж. Морж? Он убил паука. Большого. Пока он туда бежит, наверное, его можно побить. Я боюсь на него нападать, на самом деле, потому что если он будет стрелять в меня, я могу не пережить. Я веду его в большое логово пауков. Холодает. Поставь себе огонек. Тогда я не смогу бегать за моржом. Блин! Он догонит и убьет меня. Ты умер от холода. Лети ко мне. У меня тут респаун есть. Ну а толку-то? Лети уже, я с ума не сойду. Вот это, блин, да! Ты летишь мимо поросят, мимо кладбища и туда дальше. С
Слушай, а может ты воскрешалку дома построишь? А вообще, у меня есть воскрешалка. Давай. Ох, как это бьет по рассудку и как это бьет по здоровью. Ну ты вовремя догадалась, ты сейчас умрешь. Ты не сможешь приготовить ничего. Это очень плохая была идея, скрафтить его сейчас. Я же сказал так тебе. Я же откуда знала? Почему же ты не остался около гнезда? Зачем ты скрафтила эту штуку? Нет, я понимаю, что... Ну ты мне сказал ее скрафтить, я и сделала. Я сказал скрафтить в лагере. Я сказал, может быть, ты в лагере скрафтишь хилку. Ты сказала, у меня она есть. Да. Но у тебя ее не было, ты ее сделала только что. У меня осталась всего одна тварь. Ты думаешь, что она просто отстанет? Нет, я надеюсь, что просто наступит рассвет. Я смогу от нее достаточно бегать, чтобы наступил рассвет. Рассвет, пожалуйста, наступай. Я просто бегаю по максимальному радиусу. Понимаешь, почему, вот опять же, почему стоило делать хилку и воскрешать меня в лагере? Нет. Потому что я бы там не замерз. А вот и твой друг. Ну, рассвет, но наступай. Факел у тебя есть? Да. Хорошо. Если что, факел в руки и бегом. Господи, какой ад! Да. Ты домой бежишь? Да. Я от нее не убегу, да? Надеюсь, что убежишь. По пути пытайся собирать цветы. Привет. Может, я тебя резну? И толку, я замерзну сразу же. За тобой бежит две такие штуки. Как от них отбиться-то, блин? А ты не можешь их тыкать? Я не могу на них кликнуть даже, они слишком быстро бегут. Так. Они подбегут, делают кусь и остановятся. Почему она остановилась? Потому что ты в ледышку вошла. Ты сейчас от голода умрешь. Я могу успеть тебя резнуть. Ты же летишь за мной? Я лечу за тобой. Я не понимаю, куда мне идти домой. Я потерялась. Так, тихо. Ты прошла мимо. Возвращайся ко мне. Возвращаюсь, да, к тебе. Лилия. Дай ему кусить тебя. Подбегай ко мне и резай. Да, пауки на них кидаются. Резай. Я сейчас разожгу костер. Ты, по крайней мере, не замерзнешь. Так, сейчас я в тебя кину какой-нибудь еды. Крепись. О, королева пауков, помоги мне. Блин. Теперь у меня нет рассудка. Ну, ты можешь меня просто... Он, по крайней мере, у тебя не будет падать, пока я буду жива. Он будет все равно падать ночью. Что там восстанавливало рассудок? Зеленые грибы? Зеленые грибы. Их нет. Вяленое мясо. Кусочки вяленого мяса, которые лежат в сундуке, восстанавливают. Сколько у тебя? Так, я соберу здесь цветы. Собирай. По крайней мере, его 35. У меня 10 здоровья. Ешь мясо. Кое. Но... Пей пиво. Мы живем! Завяленные кусочки мяса ешь. Просто так, сырыми? Да. 10 здоровья. Ого! Маленькие ешь. Я цел! Я как орел просто. Как орел. Слушай, ну что я могу сказать? Мы выжили? На луне. Какая к черту разница? 30-й день, мы живы. И мы были бы живы, если бы один дятел не решил посмотреть, что будет, как паучки охотятся на моржа. Да. Что у тебя с рассудком? Сколько?
68. Хорошо. Плохо, но хорошо. Ну, это нормально. У меня в инвентаре были зайцы, которые все разбежались. Это не важно. Почему не убила их сразу? А, нет, вон один в рюкзаке лежит. Почему сразу не убить их было? Типа так мясо дольше сохранится. Да, и потому что я их собиралась убить, но ты умер. Заяц, теперь ты знаешь одну простую истину. Никогда не доверять тебе. Не делай химку где-то вне лагеря и с полным здоровьем. Что это? Где? Рядом со статуей Гломера появился Гломер. 31 день. Надеюсь, он не вырастет. Посмотри на градусник. Нет? 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 Нет. Я вижу свой рюкзак на карте. Тут поросенок спит. Его зовут Келли. Поросенка? Да, у него есть имя. Здесь, кстати, вот если ты сейчас включишь... А, тебе все равно на карте не рисуют. А я без бороды. И я без бороды. Мы родились девственными. Слушай, мы замерзнем. Смысла уходить далеко нет. Надо все топить и просто ждать тебя. Да, я смотрю. Нет, температура не выросла. Это ад. Удобрять нельзя. Какие еще есть? Синицы высоко летят. Да. Сейчас самый ад, если в моих вещах сидит и ждет меня морж такой. Ну, привет. Здоров, парень. Как дела? Так. Короче, я просто беру тоже ноги в руки и домой, да? Угу. Пойдешь? Пойдем на кротов? У меня где-то было копье. Вот копье. Алло, милиция? Да, пойдем. Ну что ж, мы пережили не очень хорошее мое поведение. Надо было камни взять с собой, чтобы... Интересно, на золото ловится крот? Ловится. Он вылезает на что-то? Он вылезает на что-то каменное. Серьезно? Да. Ты не знал? А я так просто ждал, пока вылезет, и долбашил. Теперь ты будешь знать. Сейчас проверим, что делается из четырех грибов. Правда, по-моему, я уже проверял, и должен получиться рататуй. Как обычно, как всегда. Если ты не знаешь, что получается, скорее всего, получается рататуй. Мне очень не нравится, что от нас уходят все пауки. Мне очень не нравится, что тут матка пауков сидит и плодится у нас на огороде. Я сейчас возьму цветочки и пойду искать последний цветочек, чтобы сделать себе... Хорошо. Чтобы сделать себе хорошо. Угу. Кроны на деревьях появились! Серьезно? Да! Ох, мы доживем! Да не может! Не может быть! Только что, вон, смотри ко мне. Ёксель-моксель. Ей! А у меня уже борода есть. У меня нет. Кушать хочешь? Да, было бы неплохо. Я хочу сильнее, так что иди нафиг. Косер. Ну что ж, на самом деле мы уже заигрались. И пора заканчивать эту партию, мне кажется. Так что я прямо сейчас вот беру и, не спросив у тебя совета, делаю дисконнект. Нет! Какой я злой. Негодяй. Смотри, у меня на картинке нарисован Вебер в шапке с топором. И с ледяным медальоном. Он прекрасен. Когда-нибудь я стану таким же крутым, как этот Вебер. Но... Все это впереди. Вроде как мы пережили зиму. Начинает теплеть потихоньку, ночь уменьшается. А значит, в следующий раз нас ждет поход за новыми ингредиентами. Приключения на попу свою. Да, на задницу обязательно. Спасибо всем, кто нас смотрит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще этого по какой-то причине не сделали. Оставляйте комментарии, и тогда Лена помашет вам ручкой. Зачем ты сразу помахала? Ну, я помашу потом еще раз. А, Лена помашет еще раз ручкой. Так что, всем пока. Пока-пока.